Книга «Открытым оком», вопрос 1292, тема «Христос, Бог и человек». Женщина потеряла 8-летнего ребенка, через год трагически погиб ее муж. После второго брака она родила ребенка, и он умирает младенцем. Что происходит, как это можно понять? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Раньше считали это ясным указанием принять монашество, уйти из мира. Лично я считаю, что это может быть указанием на то, чтобы служить и Богу одной в миру. 1 Коринфянам 7:29. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. 1 Коринфянам 7:34. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Нужно смиренно принимать от Бога и доброе, и злое по нашим понятиям. Книга Иова 2:10. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. С позиции вечности все это будет выглядеть совершенно иначе. Как бы она ни прожила это время, все это уже прошло, постепенно забывается, и новый день рождает новые надежды. Только бы она не выходила снова замуж. Две неудачные попытки — этого вполне достаточно. Она вдова, и у нее есть защитник. Иакова 1:2. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Такие люди были большой движущей силой в церкви, и церковь брала о них попечение в их старости, если у нее был только один муж. 1 Тимофею 5:9. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Она не должна ничего исследовать, за что и как, но только благодарить, только не роптать, и пусть после каждой молитвы повторяет своими словами: «Бог любит меня, и Он сделал как лучше. Аллилуйя». Вот ты считал, даешь девица, но нет такого слова. Девица. И здесь вдовица. Это вообще не с по-русски. Вдовица.